Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а значит, это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем учиться играть мою любимую песню группы Винтаж под названием «Ева, я любила тебя». Вы давно просили ее разобрать, у меня что-то просто руки не доходили, и вот сейчас я наконец-таки созрела и научу тебя играть данную песню. И я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и укулеле Центр, а промокод Даши Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару. Поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Слезы — это соль, а потом вода. Под конвоем время бежит куда? Две любви прошли где-то стороной. И не хочешь третьей любви такой. Lonely, lonely, I'm so lonely. Все будет так, решит монолог твоей души. Lonely, lonely, I'm so lonely. Ты Венера, я Земля. Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я. И в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила. А теперь погнали учиться играть! Разбор на укулеле! И как всегда и как обычно, начнем мы с вами разбор с аккордов. Первый аккордик — аккорд АМ. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд — аккорд ЕМ. Зажимаем с вами первую струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. То есть образовывается вот такая вот лесенка. Следующий аккорд – аккорд ДМ. Зажимаем с вами указательным пальчиком вторую струну на первом ладу. Далее зажимаем четвертую и третью струну на втором. Следующий аккорд – аккорд G. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Кому сложно играть G, можете взять G7. Это как бы более упрощенный вариант. Дальше у нас с вами идет аккордик C. Зажимаем первую струну на третьем ладу. И последний аккорд, аккорд фа. Зажимаем указательным пальцем вторую струну на первом ладу и четвертую струну на втором ладу. Итого у нас с вами получается АМ, ЕМ, ДМ, ДЖИ, С и фа. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в куплете, в припеве и в переходе песни связка аккордов разная. Ну, то есть аккорды те же самые, но просто в разном порядке. Поэтому обязательно на это смотрите. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь, что касаемо правой руки, боя, перебора, что мы тут будем играть? Есть несколько вариантов. Первый вариант, мой самый любимый, играть через щипок. Щипок — это когда мы берем наши все струны, ставим каждый пальчик за какую-то струну конкретную. Просто копируйте, что я тут делаю, да? Это относится больше к теме перебор. У меня на канале, если что, было целое видео, можете посмотреть. Что мы тут делаем? Наша с вами задача, когда мы делаем щипок, одновременно все струны ущипнуть. Вот, не вырывать ни в коем случае руку, вот так вот сильно не выпуливать. Тоже пальчики внутрь сувать не надо и вот так вот играть. Нет, очень мягко, очень спокойненько, подушечками пальцев просто щипаем. Такое вот хватательное движение у нас происходит. И мы можем играть следующее, то есть щипок, глушение, щипок, глушение. Глушение я делаю у начала грифа,
когда я возвращаю, получается, пальцы обратно на струну, у меня происходит одновременно и удар по корпусу, такой вот интересный стук, и глушение. Отдельно порепетируйте, поиграйте. Довольно-таки интересная техника. Если вы освоите, будете прям вообще укулелистами всего района. Рисунок у нас в песне будет состоять следующим образом. Щипо-глушение. Это вот у нас единый получается рисунок. Его мы играем один раз на один аккорд. Получается. Можете взять бой, если вы не хотите брать какие-то щипки, переборы. Бой будет следующий. Вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. Причем вот этот второй удар наверх, я его чуть дольше играю. Если бы это было со счетом, я бы могла сделать так. То есть раз, и два, и три. То есть у меня вот это два, и три. Подольше, да, тянется? Раз, и два, и три. Забегая вперед, я скажу, что мы будем в припеве играть этот бой, поэтому вам все равно придется его учить. Раз, и два, и три. Его также можем исполнять один раз на один аккорд. И то же самое заметьте, когда я буду играть через щипок, второй щипок у меня тоже подольше длится. То есть раз, и два, и... Поэтому мы тянем вот это два. Прям можете со счетом вслух это отрабатывать. Типа раз, и два, и... Если вы это усвоите, вообще будет супер круто. Или вы не хотите брать вот эти данные бои, которые я вам предложила, можете взять свой. Все тут будет звучать. И вот так вот. Вам, если вы берете пятерку, вот эту вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вам нужно играть ее два раза на один аккорд. Соль, а потом вода. Можете сделать ту же самую шестерку, типа слезы это соль, а потом вода. Пожалуйста, ради бога, если что, шестерку играете один раз на один аккорд. Выбирайте, как вы хотите, чтобы звучала эта песня. Ну, в моем случае я ее подразумеваю, чтобы она была такая chill out. Поэтому я ее играю вот с таким вот боем. И щипком. Давайте теперь соберем через щипок первый куплет. Слезы это соль, а потом вода. Под конвоем время ведет куда? Две любви прошли где-то стороной, и не хочешь третьей любви такой. Ну круто, классно, свежо звучит, мне прям тоже нравится. Дальше у нас с вами идет переход. Вот в переходе связка аккордов поменялась, будьте внимательны. Ну и бой тут упростился. Мы тут будем играть просто мягкий трунь на один раз на один аккорд, типа. Так пальчиком проводите красиво, по красоте. Давайте прям сразу покажу, что у вас получится. То есть lonely, lonely, I'm so lonely. Пусть все будет, как решит монолог твоей души. Lonely, lonely, I'm so lonely. Ты Венера, я Земля. Ева, я любила тебя. И пошел припев. В припеве связка аккордов у нас остается такая же. Единственное, бой теперь мы будем играть, который сейчас уже учили. То есть раз, и два, и три. Напоминаю, вы можете взять свой бой, но тогда звучать будет немножко в другом краске, в другом формате. Окей, смотрите, самый прикол в том, что мы начинаем вот Ева, я любила тебя. То есть мы на обе уже начинаем играть бой. Давайте я прям покажу, подойдем к припеву. Ты Венера, я Земля, Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила тебя. Может, еще раз сыграть? Твои пластинки слушала я и
в каждый... Ля-ля-ля, на себя. В общем, вы поняли, да? Начинаем петь, играть бой уже на биа. То есть ти, биа. Если что, если вы путаетесь, то в конечном показе там будет все прям расписано, не переживайте. Дальше у нас с вами идет второй куплет. Вы можете его играть, тут уже реально как хотите. Играете ли щипок глушение, щипок глушение, или просто боем. Или можете пойти дальше и играть вот этот рисунок боя через щипок. Тогда получится так. Качай, да, прям? Пробуйте, очень интересная техника. Также будем играть ее один раз на один аккорд. Давайте вот как раз вот с этим щипком через бой я вам покажу. И выглядеть будет следующим образом. В зеркале ищу отражения. Там еще не ты, но уже не я. Новые близкие встречи, робкие шаги. Делай что-нибудь, от меня беги. И потом опять пошел переход, который мы уже учили. То есть lonely, lonely. I'm so lonely, пусть все будет, как решит монолог моей души. Lonely, lonely, I'm so lonely, ты Венера, я Земля, Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила. И можете еще что-то повторить. В куплете, в переходе и в припеве у нас разный рисунок по правой руке. Разбор на укулеле. Дальше у нас в конце будет такая вот кода, переход, как это можно назвать, концовка. Там мы будем играть тоже мягкий трунь, один раз на один аккорд. На слова вот это. Кончились наши дни, знаешь, кончились наши сны, знаешь. Посмотреть, правда, надо, но мешает слеза. Да, у нас тут появился новый аккорд, аккорд Е7. Его мы будем играть, зажимая указательный пальчик на четвертую струне на первом ладу. Дальше зажимаем третью первую струну на втором ладу. То есть вот он в один момент вот бабабц и пришел к нам. Посмотреть, правда, надо, но мешает слеза. Вот такой неожиданный гость. Вот, ну там то же самое, там нервные мои пальцы гладишь, нежные мои губы любишь, глубиной моря манят, губят мои глаза. И потом опять пошел припев, как бы, и в принципе песня у нас разобрана. Чтобы для полноты картины вы понимали, что происходит, сейчас мы от начала до конца соберем эту песню. Слезы — это соль, а потом вода. Под конвоем время ведет куда. Две любви прошли где-то стороной. И не хочешь третьей любви такой. Lonely, lonely, I'm so lonely, пусть все будет, как решит монолог твоей души. Lonely, lonely, I'm so lonely, ты Венера, я Земля, Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила. В зеркале ищу отражения. Там еще не ты, но уже не я. Новые близкие встречи, робкие шаги. Сделай что-нибудь, от меня беги.
so lonely, пусть все будет, как решит монолог твоей души. Lonely, lonely, I'm so lonely, ты Венера, я Земля, Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ах, Ева, я любила. Кончились наши дни, знаешь, кончились наши сны, знаешь, посмотреть вправо надо. Но мешает слеза, нервные мои пальцы гладишь, нервные мои губы любишь, глубиной моря манят, губят мои глаза. Ева, я любила тебя, твои пластинки слушала я, и в каждом находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила. Если у тебя возникли какие-то непонятки, что как играет, то на тайм-коде все написано-расписано, или пиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Ну, если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Ну, а кто хочет помочь выходу роликов в финансовом плане, то можете задонатить мне любую сумму на Donate Alerts или подписаться на Boosty. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Болгарского перца покушала, а теперь петь не могу. Мимочка, не нужно чехол мой, пожалуйста, трогать. Не надо этого делать. Ой, красиво, но не то, прикол. Еще раз. И.